Несмотря на то, что главные силы концерна Volkswagen брошены на запуск электрического семейства ID, в Вольфсбурге решили не откладывать плановую смену поколений Гольфа. Рассказ о своей иконе немцы всегда начинают с цифр. За 45 лет выпущено более 35 миллионов машин. Клиенты лояльны, поэтому образ и пропорции бестселлера узнаваемы. Но конструктивно это совершенно новая модель, построенная на последней версии модульной платформы MQB. Даже в базовой версии интерьер выстроен вокруг цифрового кокпита, составленного из двух дисплеев. Персональный голосовой ассистент Alexa умеет искать новости, музыку, рассказывать погоду и связывать машину с бытовой техникой из умного дома. Впервые на Volkswagen'ах установлена система связи с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями — Car2X, которая предупредит водителя об опасностях впереди. Адаптивный круиз-контроль теперь ведет машину на скорости до 210 км в час и позволяет снять руки с руля на 15 секунд. Трехдверной версии не будет, зато набор горячих модификаций широк как никогда. Но представят их позже. А пока готов только подогретый Golf R-Line, который отличается обвесом, декором и перенастроенным шасси. Любителям зажигалок адресован и гибридный Golf GTE. Под капотом у него турбомотор 1.4, а электродвигатель встроен в шестиступенчатый преселектив. Еще одна гибридная модификация принципиально устроена так же, но по отдаче заметно уступает старшей. Кроме того, в рамках всеобщей электрификации создана целая россыпь так называемых «мягких гибридов». Всего Golf будет располагать шестью вариантами двигателей, включая два новых дизеля. Продажи в Германии начнутся до конца года, а далее — везде. Появится Golf и в России.